Hey, okay, с вами Шмики, и мы сегодня поиграем в игру, которая называется Windows 3D Clash. Это что-то в виде браузерной игры. Она находится на ETC. Это как раз для молодых разработчиков. Они вложат там свои игры и все в таком духе. Давайте поиграем. Я уже немного поиграл, я апнул, как вы видите, второй уровень. Погнали, ищем других игроков. Я не знаю, другие это игроки или нет. Ох ты ж, ё-моё. Вот так выглядит игра. Мотать меня жопа. Мотать. Знаете, я играл на маленьком окошке. На маленьком окошке оно довольно лучше. Ой. Одного убил. Второго убил. А, фигня в чем? А, здесь довольно сложное управление. А, когда я играл... Вот, да. На мышке, если играть, ну и в маленьком окошке, ну довольно лучше идет все. Манать. Я не знаю, как с дробовиком оно, но с АВП оно намного лучше. Странные игроки. Ух ты ж, манать. Я ж надеюсь, они сюда идут. Вблизи это вообще жесть. Ладно, я на них не буду обращать внимания. Нужно атаковать тех, которые идут за снеговиками или за кем они там идут. Зараза, уплыл. Убивай, убивай, убивай. Им нужно в голову попадать. Уплыл, тихо. Так, мои захватывают что-то. Ну, враги какие-то глуповатые. Я понимаю, что, типа, управление довольно тяжелое. Интересно, давайте попробуем тоже поплавать. Я понял. О, это что такое? Как какой-то... А-а-а, это хилыч. Я выпрыгнуть не могу. А скорее всего все тоже в открытом изображении играет, и оно лагает. Давайте по. А, ну не постреляешь. И плюс ты при этом тонешь. Да уж. Мы выиграли. Но я когда первый раз попробовал, я выполнил на 3 звезды. Но я тогда играл в маленьком очень окошке. Оно было довольно быстрым. Так, ничего нету. Это, походу, другие игры, да? Громкость. Окей. Давайте еще посмотрим вообще карту. Какая она... Пускай не играются. О, они уже стреляются сразу. Может быть, если ты захватываешь снеговика, это дает тебе какое-то преимущество.
Манать. Уху. Нет. Как двигаться? Как плыть? Да, он плывет. Попробуем донести снеговика. Только куда мне нужно снеговика этого отвезти, мне интересно. Ау. Ну я его типа принес, но... Или мне в баррикаду нужно сюда занести? Странно, ладно. Ну вы видите... Что они хотят? Куда мне его нести? Вы можете мне сказать? Ну? Да. Все, я вижу, тихо. Идемте, ребят, я тупой. Ух, ни хрена, они тут меня поджидали. Ребят, помогайте. Я откуда я мог знать, что сюда нести? А я думаю, чего на меня парни все эти смотрят? Ну слушайте, очков довольно много дает. Я понял, почему теперь они на меня охотились, и почему могли сейчас очень быстро очки эти просрать. Кто у нас с дробовиками ходит? Хэдшот. Забирай снеговика и валим. Так, поехали. А, в принципе, время. На ней не успеют. Хм. Ну, такое. А, так, мы получили... Нихера, да? Ладненько, давайте еще сыграем. А, давайте мы на этот раз... На этот раз посмотрим, что здесь вообще в округе. Так, смотровая вышка. Залезть нельзя. Можем попытаться взять дробовик. Посмотрим, как с дробовиком это будет. Они что, вообще не пытались стрелять по воде? Сейчас мы доплывем. Заберем снеговика. Давай, 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 давай. Давай, поехали отсюда. До свидания. Сейчас, ребят, мы перепрыгнем по-быстренькому.
А, вон игра. Так, давайте, ребят, пошли, 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 пошли. Ну, дай пройти, идиот. А, им нужно типа сюда принести. Так, все в сборе? Да, все, все в сборе. Ну, поехали. Давайте вперед, 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 вперед. Ха-ха. Так, отлично, поднимаемся вверх, быстрее, быстрее. Так, здесь где-то постер. Крэшу этому. Так, они тоже погнали за снеговиком. Так, я беру эти сандалики. О, тихо. У нее нет. Нужно не дать им пройти. Так, тут еще что-то есть. А, аптечка. Фул аптечка. Так, тихо-тихо-тихо. Он хочет обратно ко мне, да, сюда приплыть? Ишь, какой умный. Не дам, не дам. Говнюк. Ну, слушайте. Странно. Все, мы выиграли. На самом деле, игруля странная. Аэропорт, снайпер 3D. У нас новогодний снайпер. Винтерс. Зимний, так сказать. Тут есть прокачка. Я прокачал часа ВП немножко. Ну, в принципе, какая-то вот такая вот игра. Это браузерная игра. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Я не знаю, во сколько эта серия выйдет. Возможно, она выйдет где-то 22:00. Если вдруг что, может будет еще две серии, но это не точно. Поэтому всем пока.